подталкивает. Вот он, шок рядом с одеждой. Комментарии про завтрак. Ну, что скажу, ребята. Сначала, для начала, вспомните первое. Кто как завтракает дома? Сильно я сомневаюсь, что большинство завтракает прям в изобилии. У кого не спросишь, кто вообще не завтракает, кто чашечку кофе. Я вообще, у меня складывается впечатление, что мы с Сашей завтракаем 3 бутербродами, это прямо мы объедаемся с утра. Редко кто, буквально единицы, завтракают плотно утром. Это первое. Второе. Никогда, друзья, пожалуйста, не забывайте, сколько вы платите за отдых, за проживание в отеле. Все заложено и даже сверху в разы больше. Всегда заложено в стоимость отеля все, что вы получаете. Мы, напомню, кто новенькие на канале, мы заплатили 62 тысячи за отель. В октябре 2024 года за 14 ночей, за двоих, с двухразовым питанием все включено. Найдите конкурентный отель этому сейчас. Не найдете. Хоть сколько мне примеров пишите. И, друзья, вот некоторые там советовали после нашего там выпуска, вот такой-то отель рассмотрите. Не рассматривайте отели, пожалуйста, без питания. Сейчас настолько дорого в Турции питаться самим, что вы столько отдадите денег в этих кафе и ресторанах, что даже вот не приводите в пример отели без питания, либо только с завтраками. У нас, друзья, все просчитано. Мы очень, не хочется хвастаться, но мы очень практичные и всегда просчитываем все. Очень любим, кстати, людей нашего типа. Они молодцы, я всегда хвалю. Слушайте, ну вы молодцы. Поэтому мы, когда бронируем отель, ищем отель, подбираем. Раньше в Европу всегда так подбирали. Сейчас уже и даже в Турцию. Мы всегда подбираем отели с питанием полупансион, в частности в Анталии, потому что здесь немного, но есть такие отели. Вот в Кемере в прошлом году, например, таких отелей практически, можно сказать, нету, не было. Питание все включено, мы вынуждены были взять, потому что, ну, было это дешевле, просто было дешевле, вот и все. Вышли сейчас на остановочку. Еще что хочу сказать. Сейчас будет шумно, кстати, к дороге подойдем. Много транспорта ходит. Я сейчас, вот вчера, например, вечером мы сидели, отдыхали после ужина. Лазили в интернете. И мы просто сидели с телефонами. Я, друзья, немножечко кое-какие видео выбирала и выставляла просто там секундные, минутные, трехминутные. Это типа анонсов. Просто типа анонсов. Это типа анонсов получается. Ой, как красота там впереди, да? Горы, смотри, какая красота. Собаки успели. Что для того, чтобы... Ну, просто у меня было время, я сидела с телефоном, и все. Полноценные видео, друзья, будут выходить потом. И все эти ролики, которые я публикую изредка сейчас, они будут, естественно, туда входить. Это только кусочки, просто кусочки. То, что у меня на телефоне. Выборочное там буквально совсем немножко. Несколько выкладывала. Потом все это будет нормально, начиная примерно с середины октября. Давай быстрее переходить. Здесь просто нельзя переходить, никакого пешеходного перехода нет. А остановка это ближе гораздо. В 2 раза почти. Поэтому здесь идем. Вот.
Потом, когда у меня начнут выходить полноценные видео, я начну монтаж. Я вообще эти все ролики вообще удалю просто. Просто скуки ради, во-первых, ну, для того, чтобы... Во-вторых, для зрителей, для наших, которые ждут, которым интересно, которые хотят кое-какие получать видео. Ну, мы быстро совсем. Вот только вышли из отеля, и все, уже здесь. Так, мы... Ой, конечно, постоим в тенечке. Зачем? Думаю, здесь хорошо. Нормально, мне видно. Да, да, здесь надо остановить. Здесь не крупная остановка, она такая малолюдная. Надо просто руку поднимать, и автобус остановится. Мы первый раз об этом не знали, вернее, забыли. Ну, вот так вот, друзья. Шорты я удалять потом не буду, а вот эти вот широкоэкранные коротенькие ролики я, конечно, удалю. Просто одна женщина писала: я понимаю, почему вы такие выкладываете, в отеле плохой интернет. Нет, в отеле на первом этаже замечательный, чудесный интернет, у меня все ролики подряд грузились, ну, они, конечно, маленькие, но тем не менее. Никаких проблем не было. Для того, чтобы нормальный ролик смонтировать из нескольких файлов, а бывает и по 30, по 20, по 50 файлов, на это, друзья, требуется много времени, как я уже говорила, не менее часа. Это надо его смонтировать, это надо его потом опубликовать, это тоже все там надо заполнить, на YouTube особенно. А я же публикую ролики везде, на YouTube, на Одноклассниках и в Дзене. Толком никакого заработка от этого нету. Так, наш автобус, мы поехали, друзья.